Вот как-то так. Это вам не нуты фут. Это утренние умывашки. Ушки надо помыть. И спокойно лежать, ждать маму, пока она проснется до конца. Пойдет с Мартешей гулять. Как будто не слышит. Я сижу, заказы оформляю. А он, как всегда, рядышком. Их и лужи кругом. Вообще. У нас такой ливень вчера был. Мама дорогая, такая гроза. Орали все машины в Собинке, наверное. Уж мою машину, чтобы она, сигнализация сработала, надо не знаю, что сделать. И то плакала вчера, бедная. И дубак такой сегодня, кошмар. Как хорошо мальчишки вчера успели все сделать. Позавчера, точнее, два дня вот. Прям холодно. Говорю, Мартюша сожрал мою кофту, блин. Теперь ходить, бедный, не в чем. Ой. Ларисочка, спасибо тебе за презент денежный. На шоколадку и мороженку. Перевела и написала. На шоколадку и мороженку люблю. Спасибо, моя хорошая. Поеду куплю Мартюше Анатен. Потому что таблетки, которые заказала ему, ну, от этой, от хачухи-то, они придут только завтра. А он так ведет себя беспокойно, прям как дурак бегает на улице и дома все жрет. Неужели так эти девчонки голову сводят настолько? Он маленький был, я вообще не знала, что такое, чтобы он что-то сгрыз. А вот уже как 2 года, блин, мучаемся. Сейчас успокоится вот это, хачуха пройдет и все. Скорее бы уж загородить забор, домик, бытовочку построить и хоть летом не мучиться с ним, пусть он там бегает во дворе, 21 сотку наматывает. Дин-дин-дин-дин. Холодно, девочки, я чё, я села, сижу, машина греется. Вот, поеду, съезжу, куплю ему Анатен, потому что вот эти... Как они, таблетки, контрасекс или как-то они, собачьи-то, для кобелей. Девочки, я тогда называла, да, и, ну, вы обратите внимание, когда их заказываете, что они идут для девочек, прям написано для сук, а для мальчиков написано прям для кобелей. Это очень важно. То есть, если у вас мальчик, не купите, вот, ну, для девочки. Потому что у них там разные эти составы, как они там, чтобы... Они успокаивались, ничего не хотели. Ну, на три месяца. Вот как было написано, что на 3 месяца хватает этих таблеток. На 3 месяца и хватило. А еще пора капать ему от клещей. Время пришло. Так, ладно. Ставлю вас. И поехали. Стройка наша. Поликлиники продолжается. Скоро сдавать будут поликлинику. По-моему, к Новому году должны закончить. Быстро строят все равно. Такой ливень вчера был, это вообще... А самое интересное, прям только с участка уехали, вот домой приехала. Ну как шибануло. Девчонки, если бы я в этот момент была за рулем, у меня бы был инфаркт миокарда. Кто давно со мной, те знают, что я молнии, грома боюсь. Прям вот, я не знаю, я ничего в жизни, наверное, так не боюсь, как грома и молнии. Я как раз только зашла домой, села за компьютер, девчонки заказы сделали, говорю, оформлю. Как шибануло! Ебит твою насрать-то! Я как подпрыгнула на этом кресле, и доча выскочила из комнаты. И Мартюша соскочил, блин. Ну, я так думаю, что, наверное, испугались все. Вот.
Либо оно у нас вот здесь было где-то рядом, шибануло так. Но было очень страшно. Пожарки что-то катаются. Вот, короче, поеду куплю плюшки, лекарства. Часто меня спрашивают, где я для Мартюши тапки эти покупаю, погрызть вот эти лекарства. Девочки, ветклиника Лис, вот, она в коридоре находится. Что-то представляете, у нас полгорода без света. Заехала в Лис, а Натена нету. Кот Баюн какой-то. Что-то не внушает ни хрена доверия. Кот Баюн. Конечно, это не те очки. Попробую, может, я в них увижу. Не то пальто. Я не могу все очки с собой носить. Сейчас домой приеду, дочь дома сегодня. Она приболела. О, дали свет. Пойду в эту схожу, клинику. Может, тут есть. Ну, аптеку собачью. Тут, может, что есть. Что, заехала в Пятерку, девочки? Я тут завтракала утром. Я умница. Девочки, мне все говорят, кто меня не видел давненько, все говорят, Люб, ты так похудела. Что, правда похудела так сильно? Что прям вот так вот надо мне говорить-то прям, а? Короче, купила свеклы. Борщ сейчас сварю. Пора что-то жидкого поесть. Человеческого. Купила Мартюше Бинакар от клещей и блох. Не знаю, хорошие, нет. Олечке позвонила, она говорит, нормальные. В Москву. Купила ему здесь контрасекс для котов и кобелей. 206 рублей на Озоне, 300 с чем-то. И купила ему кот Баюн. Ну, я вам говорила, да? Кот Баюн. Ляха-муха. И как это открывается? Как-то отрываться должна. Правильно, Люба, вставишь зубы, то хер ли тебе, у тебя же денег много. Погодите. Сейчас будем искать знакомую букву. Блин, грязные очки. Ладно. Так. Механизм действия лекарственного препарата обусловлен наличием в его составе биологических активных веществ из... Девчата, вот ни хрена не вижу нормально. Из растительного сырья, обладающих седативными, болеутоляющими, антиксиолитическими, ослабляющими чувство страха, спазмолгическими свойствами. Препарат обеспечивает ее... обеспечивает поступление в организм животных важных растительных микро... микро... чего?
микро, короче, каких-то херовин. Паническое беспокойство, агрессивности в обычной обстановке и в условиях стресса. Девочки. Не знаю, что лучше дать. Про этот контрасекс тоже говорят, что часто давать нельзя. Он гормональный. А что делать? Есть выход или есть выбор? Нету. Выбора нет. Эти просто от страха. У него страха никакого нет. Он никого не боится. Ему надо по 4 давать таблетки за раз. Я ему даю по 2. 2 утром, 2 вечером. На таблетках ребенок, как и я. Утром встала, дозу приняла. 4 штуки. От хондроза, от давления, от головокружения и обезболивающие. 4 таблетки. Допинг утренний. Твою насрать. Иди сюда. Иди к маме. Давай. Давай. Открывай рот. Рот открывай. Глотай. 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 Глотай, сказала. Проглотил? На, хлебушка. Закуси. Сейчас, то у него там за щекой одна таблетка спряталась. Все. Больше не дам. Пакеты какие-то игрушечные, блин. Вся моя морковка высыпалась. 4 морковки взяла. Хватит, а то она портится. Картошки взяла. Капустки взяла. Свежей причем. Ларисочка, спасибо. Я купила шоколадки. Нам с дочей. Мартюше таблетки. Спасибо, моя хорошая. Очень приятно, неожиданно и очень приятно. Вот так вот из голоду не помрем, пока строим дом. Девчули не дадут помереть. Подайте, кто сколько может, пока идет стройка. Подайте, пожалуйста. Попрошайка. А что делать? Кому сейчас легко-то? Никому. Девчата пишут: Люба, как вспомню, так вздрогну, когда стройка была, тоже себе во всем отказывали. Блин, девчат, ну а как? Не отказывать себе во всем, значит, вообще будешь 25 лет строить. Я не хочу 25 лет строиться. И быстро, конечно, я не построюсь, да, ну и долго не буду строить. Господи, у меня всяких разных чертежей, и, блин, на ворота, и на дом, и на расположение участка. Чего я только уже тут не начертила, не нарисовала. Фишка в том, да, многие девчата пишут: Люб, найди проект в интернете, их всяких разных много. Именно то, что хочу я, нету.
Либо я не там ищу, либо хрен его знает. Я уже столько перерыла всяких разных этих проектов. Это надо, чтобы кто-то индивидуально прям под меня делал. То есть вот садиться вместе с человеком, да, кто понимает, и объяснять, что я хочу. Так, 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 понимаете? Вот. Как-то так. А еще проблема вон у Натальи Анатольевны с газом. Заставляют, ну, они там сделали, как у них прихожая, да, котельная котельной отдельно, но кухня такая, ну, большая, короче, совмещенная, как бы, с выходом наверх, на второй этаж. Заставили перекрывать кухню от этого, чтобы кухня была маленькая, где будет газ, газовая вот эта плита, вот эти, кто там приходят по вытяжке, который ходит, будет большая утечка воздуха, то все, тыры-пыры. Короче, представляете, вот люди строили, да, 3 года уже прожили, теперь делают перегородку. Там, как он сказал, вообще некрасиво. Она говорит, а что делать? Потом снесем. Нам надо получить все эти документы, чтобы подсоединили к дому газ-то. А потом, говорит, снесем. Я говорю, так, ну, сделайте, как он просит, времянку поставьте. Я понимаю, что это опять деньги. Ну, а что делать, если не подписывают? Она, говорит, уже прям это, говорит, ну, даже, говорит, нервы сдавали. Мы, говорит, дом построили, такого не было. А тут придирается каждому этому. Тут не такой закуток, тут не такая труба, тут не такое то. Я говорю, может, он денег хочет? Дайте ему, говорю, денег, предложите, не знаю, положите молча в конверт и отвернитесь. Возьмет, возьмет, значит, подпишет. Не возьмет, значит, не знаю. Она говорит, уже вот 3 месяца он к нам ходит и 3 месяца придирается. Так что, наверное, я это... Газовой плиты у меня дома не будет. Я электрическую поставлю. Скажу, что у меня котел газовый и газ будет только на отопление дома. Ну, а чтобы не было вот таких вот проблем. Она говорит, если бы у нас, ну, вот как котельная стоит, все, все правильно, все хорошо там, да. И вот если бы стояла плита электрическая, как сейчас все вот ставят в основном, да, электрические. Этих проблем бы не было, если бы вот котел был только для отопления, ну, газ был только для отопления дома. Вот. Я говорю, наверное, мы так и сделаем тоже. С дочерью уже поговорили. Что, нам много варить надо, что ли? Или у нас семья из 20 человек? Тем более сейчас все вон оно, электрическое, все эти микроволновки, грили, мили, шмили. Хлеб у меня так печется, если пеку, ну сейчас не пеку уже давно. Но факт в том, что оно все электрическое. У меня газ, чайник электрический, у меня газ практически, ну, вот сейчас вообще им не пользуемся. Вот суп сварить, так суп сварю я и на электрической плите. Мне даже, вот я так думаю, 4 конфорки-то будет много. Для чего она мне? Так что у меня будет варочная вот эта панель электрическая на кухонном гарнитуре. Только не знаю пока. 2 или 4, посоветуйте, девчат. И все. И нахрен он мне газ в кухне? Чтобы вот так придирались до каждой этой... котельной все это будет стоять для отопления дома всего, и все. Правильно? И котел хочу двухконтурный, чтобы, ну, мало ли там газа не будет, да, там топиться. Не знаю, как они его... Я слышала, просто в интернете видела, что можно топить дровами, можно как-то от электричества тоже эти котлы топить. Но это еще все в будущем. Ну, все равно надо присматривать и думать, воплощать мысли-то, как оно будет лучше читать, изучать, смотреть. Вот.
принципе, свет у нас не очень дорогой. Все терпимо. Поэтому дрова дороже. Если топиться дровами, то они дороже. Просто если будет газ, но отключат свет, котел работать все равно не будет. Потому что котел работает, и ему нужен и свет, и газ. Да? А дровам ничего не надо. Дрова подкинул. И все топится. Правильно? Правильно. Значит, двухконтурный котел, который на газу работает и от дров. Тоже посоветуйте. Вы меня все знаете больше меня. Я думаю, так будет лучше на будущее. Вот. Ну что, буду готовить борщик. Заниматься делами. Потом позже поеду на участок. Мальчишки хотели подключиться к столбу, к свету. И не смогли, говорит, не идет электричество. А у меня же этот пульт от этого умного счетчика. Я полезла в интернет, нашла, что, оказывается, этим пультом можно отключить электроэнергию. Ну, то есть, ты уехала, не пользуешься, на пульте его на этом отключила. А я думала, он просто для показания счетчика. Поеду разбираться на место с этим пультем. Потому что дальнейшие работы там будут делаться, нужен свет. У меня нету этих, как у них пока, как он. Ну что свет-то выдает, генератор электричества. Вот. Все, девочки, занимаюсь делами, мои зайки. И да, для особо одаренных. Вам не надоело писать? Где, чего, почему одна, а вечно мыкаешь? Да, я одна. А мыкаю, потому что есть у меня дочь, которая всегда со мной, с которой я всегда советуюсь, с которой я всегда общаюсь и обсуждаю все какие-то моменты. Поэтому я и мыкаю. Да. Довольны? Успокоились? Все? Теперь все спокойны. Да, я строю дом одна. Да. Я его построю. А слово «мы» — это я и моя дочь. Надеюсь, теперь все поняли, и больше не надо никому ничего объяснять. Или надо каждому из вас вообще все разжевать. Нормальным, доходчивым людям давным-давно уже все понятно. Готовим супчик. Это вы считаете, что я рассказываю все, да, и как пишут, ты выставила свою жизнь на показ, да вы из моей жизни. Знаете ровно столько, сколько я вам показываю и сколько я вам рассказываю. А все остальное – это ваши догадки. Это ваши какие-то, я не знаю, выдуманные, не знаю, сказки. Вот. Вот это вот все ваше. А из моей жизни вы знаете вот столько. То, что я считаю нужным вам рассказать. А если я вам что-то не рассказала, значит, я не считаю нужным вам об этом говорить. Вот когда дочь уйдет от мамы жить там самостоятельно или замуж выйдет, да, и я буду принимать решение только я одна. И вот тогда я буду говорить только я. А пока со мной рядом дочь, с которой я советуюсь, я буду говорить мы. Как-то так. Попью кофе с шоколадкой. Сейчас скажете, Люба, нельзя кофе пить? Можно чуть-чуть. Чуть-чуть можно. Чувствую себя неплохо, и давление, поднимавшееся, это не приговор. И это что, кофе? Кофе из зерен. Хорошее. Построю дом. Достану свою кофемашину. И буду наслаждаться. Девочки, как эти пакеты открываются, блин, шоколадные? Всегда меня
Это напрягает. Да, я за все буду платить людям, да. У сыночки у меня 13 числа было день рождения. Я ему позвонила поздравить его с днем рождения. Сказала ему, что мама купила землю. Я говорю, у меня вроде как старший сын строитель со своей бригадой. Наверное, говорю, поможет маме дом построить на следующий год. Потому что на этот год я не осилю. Чтобы хотя бы мне рабочим не столько заплатить не космическую сумму, да, как если посторонних людей нанимать. А мне ответили: мамуль, я тебя очень люблю, но ничего загадывать не будем. Будет лето следующее, и будет видно. Но у меня столько много работы. В общем, намек понят. Мой сын пошел в мою родню. Этот ген в нем есть. В мою маму. В общем, в мою родню. Я никогда не забуду, к бабушкиному брату в гости приходила в Новокузнецке, когда была. И вот придешь, люди жили хорошо, сразу скажу, да? Дядь Саша был директором шахты, ну, то есть деньги были в достатке. И вот придешь в гости, и вот тетя Люда всегда начинает, жена его: ой, Любашка, даже угостить-то тебя нечем. Я говорю, я к вам не кушать пришла, а просто дядь Сашу повидать, просто, ну вот, поговорить. Ой, даже угостить-то тебя нечем. Вот у меня мама такая же. Приедешь, она всегда: ой, доченька, раньше. Даже угостить тебя нечем. Будешь чайку с сахаром? Я говорю, буду чайку без сахара. Я не пью сахар. А папа последние трусы из себя снимет, отдаст. Раньше. Так что как-то так. Дала плюс таблетки, вот прошло, наверное, полчаса, он успокоился и лег. А то он дома даже себя ведет, вот, ну, неадекватно, агрессивно. Не хочу пичкать его таблетками, но оно приходится. Я с ним на улице справиться не могу. Дома я его еще отругаю, закрою там все двери, и он будет сидеть спокойно. Не дурачиться. На улице он себя по-другому ведет в этот момент. Пятьдесят килограмм попробуй, блин, удержи. Ну и все, дай ты ему девочку. Я говорю, да я дам ему девочку, я с ним не справлюсь потом. Он не пробовавший, что вытворяет, а попробует. Сейчас у него инстинкт.
природный. Просто срабатывает. Надеюсь, когда будем жить не в городе, этих проблем станет меньше. Да? Потому что в своем огороде чужих девочек не будет. Территория позволяет набегаться вдоволь за весь день. А тут выхожу на улицу. Стоят две соседки. Болтают. Люба, ты тоже с пакетом ходишь? Я говорю, для чего? Ну, какашки Мартюшины убирать. Я говорю, да. Если мы уходим куда-то в нелюдное место, ну, вот как вот заброшенные эти дома, которые сносить будут, да, там, то есть, там все заросшее, все вот такое, да, кустарники. Там нет. А если вот так, не дай бог, он, хотя это бывает очень редко, но бывает, да, вот проходим мимо садика, я стараюсь его всегда держать около себя, ну, чтобы он не уселся. Если он усядется, я же его не стыркну, правильно? Вот. Конечно, я уберу. Или где-то вот по тротуару идем, он сядет. Я его не буду тыркать. Покакает, я уберу за ним. Это моя собака. И почему мне должно быть стыдно убрать за ним какашки? Мне не стыдно. У меня всегда с собой пакет. Вам за детьми, за своими не стыдно убирать? Не брезгливо? Во, мне как сказать, не стыдно, не брезгливо? Нет. Не брезгливо и не стыдно. Так, борщ, наверное, мы с вами варить не будем вместе. Потому что я начала снимать на другую камеру, которую установить не могу. Так, сейчас съезжу на участок. С этим счетчиком разберусь на месте. И клубнику соберу. Не знаю, может заехать купить пленки. Накрыть пленкой остатки железа. Я тентом накрыла, конечно, но он короткий. Середина будет нормальная, края будут ржаветь. Как я счастлива, что мне попались эти ребята. Надо же, я все это перевариваю информацию. Одну ночь не спала, нашла участок. Вторую, ну, потом как-то опять так же. Все, искала, где кто звонила, писала, узнавала по поводу вот забора. И везде такие цены космические были. И тут бац, мне опять не спится, опять залазю на Авито, и они мне попадаются. Слушайте, надо спать ночами-то. А то в одну прекрасную ночь я не буду спать, и к утру я стану мультимиллионершей, ё-моё. Хейтеры с ума сойдут. У меня ночами такие мысли. Умные. Лазю в нужное место сразу. Мне все попадается. Что-то у меня как будто как отек на лице, да, девчат? И вообще у меня лицо сильно загорело за эти два дня, пока я была с ребятами на участке. Я не целый день там с ними была. Во-первых, мне было неловко, ну, как бы им мешать. Но я разрешение спросила, они разрешили снимать. Вот. Я говорю, ничего, если вы в кадр попадете? Сказали, ничего. Вот.
поэтому я снимала. Во-первых, вам интересно, да, как они делают. Ну и умным людям, которые умеют все делать и любят посоветовать, посмотрят и тоже дадут свой совет. Что где-то что-то сделали неправильно. Но могу сказать вам сразу наперед, что мне все равно, что вы напишете, что где-то там что-то неправильно, или там не так делают, или еще как-то. Было сделано так, как я захотела. Правильно оно, неправильно оно. Зато моему глазу это очень комфортно и красиво. Вот. А чтобы было красиво и прям по-правильному, у меня просто денег настолько нету на данный момент, чтобы... Ну, это надо больше было железа, это надо было резать его по-другому. Ну, то есть, это надо было им вымерять все по-другому. То есть, они бы взяли за работу больше, потому что было бы работы больше. Вот. Еще больше я потратилась бы на железо. То есть, не 100 тысяч потратила бы, да, на железо я потратила. Короче, 25 тысяч КАМАЗ щебенки у меня вышел с доставкой. И... Тоже 80 с чем-то вот это железо. Ну и 87 их работа. Их. Короче, вы меня поняли. Вот. Это недорого. Прям вот были бы у меня деньги, да, вот я бы им дала даже побольше. Но у меня нет. Прям лишних. Потому что реально мальчишки молодцы. Дай бог, чтобы мне такие люди попались и дальше по стройке. Жалко, что они не ложат кирпич. А я вообще-то и не спрашивала про кирпич. Ну, еще спрошу. Мы с Димой обменялись тоже телефонами. Вот. Который такой качок мальчишка. Все моему сыну ровесники. Все. Вот кроме одного вот там был мальчишка, который вбивал эти... Он на второй день не вышел. У них третий человек, на один день его хватает. Говорит, такие лентяи молодежь вся вообще. Ну, ничего не хотят делать. А деньги получать хотят. Вот эти два такие прям слаженные. Только вот второго все забываю. Этого-то запомнила то, что у меня брат Дима. Мальчишечку. А второго так и забываю. То ли Кирилл, то ли Костя. Ну ладно. Память у меня в этом плане. Вот мне надо записать было его имя, раз я не могу запомнить. На бумажку куда-то, да, и я бы запомнила. Ну и хозяин Евгений. Все, буду готовить суп. У нас такое сегодня с вами больше поболтательное видео. Один день чуть вообще не пропустила видео. Девчат загрузила, а забыла время поставить. Представляете, зашилась как напрочь. Все, коплю деньги дальше. На части... Ну, на части обшивки у меня есть. Теперь мне надо, ну, в общем, сделать, накопить на остальную часть. Давайте покупайте у меня цветочки, мох, грибочки сейчас пойдут. Они уже пошли, мне ехать некогда. Вот. Если дождей не будет на следующей неделе, то съезжу. Под дождем не поеду, девчат. Че я? То хондроз, то мандроз, то жопа, то сердце, блин. Нахрен, простынешь, еще что-нибудь схватишь себе. А мне нельзя болеть, вы знаете. Мне болеть нельзя. Мне надо построить дом. И насладиться жизнью во всей ее красе.
Время-то у меня еще позволяет. Надеюсь, Боженька меня услышит. Даст мне силы, здоровья и долгих лет жизни. Вот. Все, мои хорошки. Развела тут демагогию сегодня опять. Ну, иногда хочется с вами и просто поболтать, а не сидеть, жрать, ёкарный бабай, кушать. Хотя вам это тоже нравится. А ведь у блогера в приоритете то, в принципе, снимать, да, то, что нравится его зрителю. Вот, поэтому я вас всех, всех очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо вам большое, что вы у меня есть. Все реквизиты, все ссылки, где меня еще можно найти и смотреть, есть в описании под видео. На Дзене видео выходит гораздо раньше, чем на Ютубе и на Рутубе. На Рутубе вообще могут задерживаться. Я туда забываю загружать, потому что там зарплату платят 8 рублей в месяц. То есть там можно построить 5 домов на месячную зарплату. Так что на Рутуб я загружаю видео, но цели загрузить их туда вперед или еще как-то нету. Я просто даже забываю про него. Если оно не приносит доход, зачем я на него буду время тратить, правильно? Есть у меня время свободное, я туда загружаю. Нету, значит, не загружаю. Хотя поговаривают, что Рутуб кто-то там оплатил, спонсировал, и что это будет второе... Вот теперь вы заметили, как ракурс меняет вид человека. Теперь вам заметно, что я сильно похудела? У меня даже кости вылазят. Даже на весы не хочу вставать. Меня маленечко пугать начинает, что я худею. Так. Возможно, это... На радость. Не знаю. Вот. Все, мои хорошки. В общем, переходите в описание под видео. Кстати, малышки мои все, которых я... Вам не будет ничего видно. Которых не так давно рассадила, уже дают листики. Видите? Мои крошечки. Это уже новые сорта, которых... К концу лета уже будут на продаже во фласках. Высаженные в мох не будут. К концу лета новых 4 сорта. Плюс к тем, что уже есть, будут. Я постараюсь. Все, мои хорошие, люблю вас, целую. Всем спасибо, всем мира, добра, здоровья. И всего самого-самого хорошего. Я там, где тихо и спокойно. Но мне было неспокойно. Это целый квест, девочки. Пипец. Начала разбираться с этим светом, почему мальчишки не смогли подсоединиться. Вот. Взяла свой удлинитель, буфту эту еле доперла до туда. Дошла, созвонилась со всеми горэлектросетями этими, кто этим всем занимается. Всех нашла прямо отсюда с участка по телефону. Вот. В общем, оказывается, пульт, который... К этой всей приблуде идет. Прежний хозяин не зарегистрировал. И свет отключили из-за того, что пульт не подключен. В общем, девочка мне все подключила. В понедельник надо это все дозарегистрировать. Вот. Ну а я что сюда приперлась-то? Я приперлась собрать клубнику. О, с ведром. И у меня огурцы взошли, девочки. У меня огурцы взошли. Это вам не нуты, футы, это огурцы. О, и далее. О, и мне их надо холодно. Сейчас вон там грядочку вскопаю. Рядышком. Здесь мешаться ничего не будет. Никому. Вон той земельке положу, покладу. Фу, короче, сейчас грядку сделаю. Посажу огурцы. Но сначала надо собрать клубнику. Вот. Я решила с вами пособирать ее. Меленькая, правда, девочки. Но зато своя.
Уже сложно сказать, что она не моя, да? Она же моя. На следующий год переделаю, пересажу в другое место. Кажется, я ведерко маловато взяла. Я ж не знала, сколько у меня тут клубники наросло. Ё-моё, крупный очень. Огурцы бы не задавить. Только я могла тогда думаться, да? Огурцы посадить вот тоже зашли. Сейчас пару кустиков пересажу, на другую грядочку сделаю. Это сгниет, наверное. Опа. Хорошая женщина попалась. Оператор в Горэлектросети. Одна. Звонила их так много. В одно место заявку подала, их целая куча звонить начала. Вот. Но одну я культурно в итоге послала. Потому что орала, как полорешная. Я ничего вам сделать не могу, я вам прислать никого не могу. А это все решила. И свет мне подключила. Свет есть, но надо теперь вот зафиксировать счетчик. Правда, это вот девочка, которая хорошая женщина, она все записала. Ну, этого не счетчика, а пульта. Вот. Какой же прежний хозяин-то был неопрятный. Кто жрет ее вот? Сожрут ведь. Да? Знаете, он здесь какая крупная. Где крупная, ее кто-то ест. Хитрожопые какие кто-то, да? Мелкую не едят, блин. Вон какая крупненькая. Ты кто? Вот иди отсюда. Ты, наверное, жрешь тут мою клубнику. Совесть имей. Ты ее пропалывал? Нет. Зачем ты ее ешь? А я уже за ней чуть-чуть поухаживала. Нет, нормальную тару взяла. Губу-то раскатала, что сейчас тут ведро соберу. Ё-моё. Ну все, хватит. Да? Девочки, это второй раз, я уже по стоку собираю. Нормально. Ой, резко встала, голова закружилась. Вот. Сейчас грядочку сделаю. Пересажу огурчики. Маленькая лопаточка у меня есть. Большая у меня лопаточка есть. У меня все есть. У меня целая машина всякой фигни. Вот. Красотища. Лепота. Самое главное, свет сделала. Можно чайник привозить и чай пить. Вот и все. Моя мини-грядка готова. Мне хватит. Вот, сейчас укрою Спанч Бобом. Там внизу траву собрала, скошенную положила. Вот, вскопала и сверху чернозем насыпала. Вот. Умница я знаю. Кто сомневался в моих способностях? А? Вот, временная грядочка на этот год вполне хватит. И далее, все, и огурчики там сидят. Вон они там, в дырочке, видно. Вон они, мои зяйки. Ну, короче, 5 огурчиков посадила. Вот. Там, если еще кто вылезут, пускай там живут. А этим будет здесь и тепленько, и сытенько. Побольше подрастут, я им удобренец подсыплю. Пока пускай так. Земля отдохнувшая, я думаю, что она хорошая. Чернозем все-таки. В общем, как-то так. Фух, красота.